Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о компании Setinbox, и наше с вами общение будет состоять из двух частей. В первой части мы поговорим о продуктовой линейке компании. Компания сегодня работает на рынке B2B и B2C. И эта информация будет интересна как обычным клиентам, то есть нам с вами, так и тем людям, которые занимаются продвижением чего-либо. Это бизнесмены, предприниматели, малый бизнес, средний бизнес и так далее. И во второй части мы с вами поговорим о партнерской программе. В компании есть возможность не просто быть клиентом, но еще и зарабатывать деньги. У нас есть своя партнерская программа. И во второй части мы обсудим ее детали. Продуктовая линейка компании состоит из IT-продуктов, потому что на сегодняшний день IT индустрия — это тренд в мире бизнеса. Сегодня самые большие, самые быстрые состояния делаются именно в IT-индустрии. И вы это сами прекрасно понимаете, я просто подтвержу это фактами. Но, во-первых, если мы посмотрим авторитетные источники, то в 2013 году в пятерку самых богатых брендов вошли 4 компании, которые представлены в IT-сфере. Вы сами прекрасно знаете эти компании. Это Apple, Google, IBM и компания Microsoft. И лишь единственная компания в этом списке, которая работает с физическими продуктами, это компания Coca-Cola. Причем примечательно то, что в 2012 году, то есть годом ранее, компания Coca-Cola занимала первое место, и в 2013 году компания спустилась на 3-ю позицию. Еще один интересный факт — это две сделки, которые произошли буквально недавно. Начнем с того, что компания Facebook купила мессенджер WhatsApp за 19 миллиардов долларов. Это рекордная сумма. И чтобы вы понимали, что такое 19 миллиардов долларов, мы сравним. Это компания Volkswagen приобрела бренд Porsche за 4,5 миллиарда долларов. Мы имеем с вами огромнейший завод с практически столетней историей. Porsche — это заводы, это сбытовые сети, это огромное количество филиалов по всему миру, огромное количество персоналов. Это сегодня всего лишь 4,5 миллиарда. Контрольный пакет акций. И с другой стороны, это мессенджер WhatsApp, это облачные технологии, это компания, которую создали в 2009 году, и уже сегодня компания стоит 19 миллиардов долларов. То есть все это подтверждает то, что на сегодняшний день IT-индустрия — это тренд в мире бизнеса, и сегодня самые большие, самые быстрые состояния делаются именно в IT. Ежедневно около 4 миллиардов человек заходит в интернет для того, чтобы удовлетворить свои потребности. И если взять список потребностей и ранжировать их по популярности, то можно выявить, что на сегодняшний день самой популярной потребностью является общение. То есть люди приходят в интернет общаться, затем искать информацию, развлекаться, что-то купить, что-то продать, экономить. И обратите внимание, люди приходят для того, чтобы зарабатывать деньги. Сегодня аудитория тех людей, которые мечтают об этом, она с каждым днем увеличивается. То есть люди мечтают о том, чтобы зарабатывать деньги в интернете, не выходя из дома. И мы с вами немножко позже об этом поговорим. Когда человек заходит в интернет, он общаться идет на один сайт, искать информацию на второй, развлекаться на третий, купить, продать что-то на четвертый и так далее. И у людей в браузерах огромное количество закладок, мы придумываем огромное количество паролей, логинов и так далее. Согласитесь, что было бы здорово, если бы мы могли все эти потребности найти на одном портале. То есть много-много решений в одном месте. То есть можно иметь один логин и один пароль ко всем продуктам одновременно. И это и есть основная идея Setinbox. Наша задача — объединить на одном портале большое количество решений. Setinbox с английского, в переводе, это набор, комплект в коробке. То есть много всего в одном месте или много решений на одном портале. И компания сегодня как раз-таки работает в этом направлении. Компания Setinbox сегодня создает большое количество продуктов на базе социальной сети. И первым продуктом является социальная сеть. Setinbox — это не социальная сеть, это агрегатор возможностей на базе социальной сети. У нас есть своя социальная сеть, это как оболочка, на базе которой мы будем возводить все новый и новый продукт. Есть три основные задачи социальной сети. Во-первых, это собирать всех пользователей в одном месте. Второе — это коммуникация пользователей внутри портала. И третье — это навигация по всем продуктам из одного места. Вы можете со своей страницы в социальной сети гулять по всем продуктам, которые на сегодняшний день есть. Помимо всех основных функций в нашей социальной сети есть, во-первых, это индивидуальный интерфейс. Вы можете настраивать свою страничку под себя. Затем это встроенный переводчик. Вы можете общаться по всему миру без языковых барьеров. Затем ранжирование новостей. Вы можете читать то, что вам интересно. И в будущем это очень интересно. Мы сделаем монетизацию трафика. То есть если у вас интересная страница, и у вас огромное количество подписчиков, вы создаете трафик на свою страницу, в будущем вы сможете на этом еще и зарабатывать. Следующим продуктом компании Setinbox является это целое туристическое направление. Нас зажигает идея умного путешественника. Это тогда, когда вы, сидя дома перед компьютером, можете полностью подобрать себе пакетный тур. То есть без услуг турагентства вы можете забронить отель, взять билет на самолет, оплатить страховку, трансфер. И все это без услуг каких-то посредников. То есть таким образом вы экономите свое время и экономите деньги. Компания будет активно развиваться в этом направлении, предлагать новые решения. И к вашему удобству вам уже сегодня
доступно 14 мировых валют и 6 языков. Следующим продуктом является блоговая платформа. Ни для кого не секрет, что сегодня блоги являются самым популярным способом коммуникации со своей аудиторией. Больше 60% мировых лидеров имеют свои блоги, и мы постоянно можем услышать, что где-то кто-то в каком-то блоге что-то сказал. В наших блогах использована система метатегов. Это новейшая технология, которая сегодня набирает популярность. С помощью ее вам доступно быстрое и простое заполнение вашего блога. И еще это не просто блоги, а целый сервис. То есть система будет оптимизировать ваш контент таким образом, чтобы позволить лучшую индексацию в поисковиках. Следующим нашим продуктом является IP-телефония, то есть у вас есть возможность звонить безлимитно по всему миру. Как это работает? Вы скачиваете на свой телефон мобильное приложение Set&Box, и когда вы добавляете новых друзей в социальной сети Set&Box, они появляются у вас в вашем контакт-листе. То есть чем больше у вас друзей в социальной сети, тем большему количеству людей вы можете звонить безлимитно по всему миру. Следующим нашим продуктом является CRM-система. Если говорить простым языком, то это мини-соцсеть для бизнеса. В нашей CRM-системе вы можете пригласить до 100 сотрудников. Вы можете им просто выслать приглашение на их почтовые адреса, инвайты, и они попадают к вам в CRM-систему. Внутри CRM-системы вы можете создавать неограниченное количество проектов и внутри проектов неограниченное количество задач. Допустим, нам нужно построить дом. Я делаю проект «Построить дом», и внутри проекта могу сделать несколько задач. Допустим, подготовить смету, купить стройматериалы, подготовить договор и так далее. Эти задачи я могу делегировать какому-то конкретному человеку, либо можно делегировать группе или целому отделу. И я могу контролировать время и ход выполнения задачи. Также сотрудники могут обмениваться сообщениями внутри задачи, обмениваться документооборотом внутри проекта. С помощью CRM-системы вы можете на расстоянии контролировать свой бизнес, а таким образом вы экономите свое время и экономите деньги. Следующим продуктом является маркетинговая площадка Set&Market. Она работает для рынков B2B и для B2C. Давайте посмотрим для B2B. Абсолютно любая компания может зарегистрироваться на площадке Set&Market. Вы создаете полностью свой профайл, то есть название компании, свое портфолио. Вы можете загрузить коммерческое предложение, полностью описание о себе. Также вы можете размещать рекламные акции, и внутри рекламных акций вы можете размещать купоны. Это все бесплатно. Все пользователи портала Set&Box имеют доступ к площадке Set&Market, и они видят информацию о вашей компании, и они видят ваши рекламные акции. Как это работает? Допустим, у вас есть бизнес, и наверняка с вами есть конкуренты с похожими ценами, похожим ассортиментом. И вы делите весь поток клиентов между собой. Когда вы регистрируетесь на Set&Market, видят именно ваше заведение или ваш бизнес. И если вы выставляете какую-то рекламную акцию, наши пользователи могут прийти к вам. Таким образом, ваш бизнес получает поток новых клиентов, а клиенты получают скидку. Теперь посмотрим для рынка B2C, для обычных клиентов. Все пользователи портала Set&Box имеют доступ к Set&Market. И мы можем просматривать рекламные акции. Что самое интересное, мы можем бесплатно брать купоны на приобретение каких-либо товаров или услуг. Как это работает для обычного клиента? Вы в своем городе пользуетесь товарами, услугами каких-то компаний, и эти компании зачастую предоставляют корпоративную скидку только крупным клиентам. Обычному клиенту эту скидку получить очень тяжело. На нашем портале есть огромное количество пользователей, и мы можем договориться с этими бизнесами о том, что наши пользователи пользуются товарами и услугами именно этой компании взамен на корпоративную скидку. И что мы получаем в итоге? Опять же, бизнес получает поток новых клиентов, а клиенты получают корпоративную скидку. Мы уверены, что площадка Set&Market будет активно развиваться. Почему? Потому что, если посмотреть историю всех маркетинговых площадок, то их задача была объединить две аудитории. Аудитория продавцов и аудитория покупателей. Мы смогли это сделать, убрав барьеры и сделав так, чтобы для всех это было бесплатно. И тем самым мы создали выгоды и тем, и другим. Set&Box – это агрегатор возможностей на базе социальной сети. Социальная сеть – это всего лишь площадка, оболочка, на которой мы будем возводить все новые и новые продукты. Новые продукты мы будем делать 2 раза в год. Мы сделаем так, чтобы вы могли звонить с мобильного приложения на абсолютно любой стационарный телефон, на абсолютно любой мобильный телефон. Уж
уже много сделали, да? А мы только начинаем. И что нас еще ждет, ребята? Мы хотим, чтобы через 5 лет это была компания, которая задает тон, задает моду, показывает, как всем надо работать. И это компания, которая, еще раз, она не лучше, она не хуже, она иначе. Есть несколько конкурентных преимуществ компании Set&Box. Во-первых, нас зажигает идея того, что мы можем на одном портале пользоваться большим количеством продуктов. Компания постоянно будет в этом развиваться. Те ребята, которые с нами работают буквально несколько месяцев, вы видите, что постоянно добавляются новые продукты и существующие продукты постоянно модернизируются. Компания Set&Box — это международная IT-компания, которая на сегодняшний день имеет дочерние структуры по всему миру. Это Азия, Европа, США. Это сделано для того, чтобы мы могли работать одновременно по всему миру. Миссия компании – это создавать и развивать продукты, которые упрощают привычное пребывание человека в интернете. И помимо того, что мы можем пользоваться продуктами, компания позволяет нам не просто быть клиентами, но еще и зарабатывать деньги. У нас есть своя партнерская программа, которая дает неограниченные бизнес-возможности. И для продвижения своих продуктов компания разработала свой собственный мультиплан. Это смесь из трех самых популярных маркетинг-планов на сегодняшний день. Это классический маркетинг, потоковый маркетинг и бинарный. Обратите внимание, что сегодня есть огромное количество компаний, которые используют только классический маркетинг, делают несколько миллиардов долларов в год. Есть компании, которые используют только бинарный маркетинг-план и тоже делают несколько миллиардов долларов в год товарооборота. Мы смогли это объединить в один мультиплан, по сути, создав гремучую смесь. И согласно условиям мультиплана, компания выплачивает нам вознаграждение за рекомендации. Еще одним преимуществом компании является то, что компания выплачивает деньги мгновенно. То есть мы наши доходы получаем не раз в месяц, не каждую неделю, даже не каждый день, а мгновенно. Как только у вас в сети где-то произошел товарооборот, кто-то приобрел пакет продуктов, кто-то оплатил абонентскую плату, вы в эту же секунду получаете деньги на свой счет. Нам очень нравится принцип продвижения социальных сетей. Если мы посмотрим 2013 год, то самый бурный рост показал такой сегмент, как социальные сети. То есть в социальные сети сегодня приходит огромное количество людей, пользователей. Но самое интересное, что социальные сети не рекламируются вообще. Это возможно за счет того, что информация идет от человека к человеку. Мы с вами вместе создаем большие аудитории для социальных сетей. Если вы вспомните вашу историю, как вы узнали о социальных сетях, скорее всего, вам позвонил ваш друг, сказал, что есть интересный сайт, там можно зарегистрироваться, мы можем общаться. Вы этим попользовались, вам это понравилось, и вы начали рассказывать другим. Таким образом, неосознанно вы явились источником информации для огромного количества людей, которых вы в свое время подсадили на социальные сети. Если мы спросим, у кого сколько друзей в социальных сетях, то можно услышать разные цифры. От 100 друзей и до 10 тысяч друзей. Теперь давайте подумаем вот над чем. Было бы здорово, если бы мы могли получать по $1 за каждую рекомендацию, которую мы сделали своим друзьям. Таким образом, ежемесячно мы могли получать $100, $1000, кто-то $5000, а кто-то мог бы получать $10000 ежемесячно. А если бы вы еще могли получать за рекомендации ваших друзей, их друзей и так далее. По $1. Я думаю, все согласятся, что это было бы здорово. А теперь давайте посмотрим, что было бы, если бы мы сделали рекомендации всего лишь 10 людям, и они бы нас повторили. Допустим, вы пригласили 10 человек в социальную сеть. Ваши друзья сделали то же самое, тогда на втором поколении у вас получилось бы уже 100 человек. На третьем поколении это была бы 1000, на четвертом это было бы 10 тысяч, и на пятом поколении у вас было бы уже 100 тысяч пользователей. Суммарно с 5 поколений это больше $110000. И если бы по $1 с каждого человека, то это больше $110000 в месяц, только потому, что вы явились источником информации для этих людей. В компании Set&Box это возможно получать по $1 с каждой рекомендации вплоть до 5 поколения. Мы с вами разобрали только до 5 поколения. А теперь представьте, что будет на 6, на 7, на 15, на 21 и так далее. В то же самое время мы понимаем, что, возможно, не каждый сделает 10 рекомендаций, но я уверен, что как минимум 2 рекомендации может сделать каждый. Если мы посмотрим до 21 поколения, то в вашей команде будет уже больше 4 миллионов пользователей. Это простая математика. 2, 4, 8, 16, 32 и так далее. И вплоть до 21 поколения в вашей команде будет больше 4 миллионов пользователей. Если мы здесь поставим знак доллара, это то вознаграждение, которое вы можете получать всего лишь по $1 вплоть до 21 поколения. В компании есть 3 клиентских пакета. Это обычный клиент, активный клиент и VIP-клиент. Давайте посмотрим обычный клиент.
Это бесплатный пакет с абонентской платой всего лишь $10. Здесь вам доступна, собственно, сама социальная сеть. Затем вы имеете доступ к агрегатору путешествий, то есть вы можете экономить на своих поездках, вы можете с большими скидками снимать отели, оплачивать страховку вашего автомобиля, брать в прокат автомобиль и так далее. И еще очень интересный момент, здесь вы имеете доступ к площадке Setin Market, то есть доступ ко всем скидкам в вашем городе. Помимо всех этих продуктов, у вас есть дополнительная возможность зарабатывать по $1 вплоть до 5-го поколения. Это тот пример, где мы с вами разбирали доход больше $110 000 в месяц. Активный клиент. Помимо всего, здесь добавляется еще IP-телефония. Вы можете делать безлимитные звонки по всему миру. И здесь вы можете зарабатывать уже вплоть до 21-го поколения. Это там, где мы с вами разбирали пример больше 4 миллионов пользователей. И самое интересное здесь – это VIP-клиент. Помимо всего, в продуктовую линейку добавляется еще плюс блоговый сервис. И у вас здесь уже есть два маркетинга. Помимо классики до 21-го поколения, вы еще можете получать вознаграждение по потоковому маркетингу. Согласно потоковому маркетингу, в вашей первой линии есть неограниченное количество позиций. И они все делятся на два вида. Есть доходные позиции и сквозные позиции. Когда пользователь попадает на доходную позицию, вы ежемесячно получаете $50 с его абонентской платы. Ежемесячно. А вторая, четвертая, шестая, десятая, потом каждая пятая, это 15-я, 20-я, 25-я, 30-я, это сквозные позиции. Все остальное это доходные позиции. Обратите внимание, что доходных позиций порядка 80%. И с каждой доходной позиции вы получаете ежемесячно $50 с каждой абонентской платы того пользователя, который попал на эту позицию. Итак, до бесконечности. Давайте разберем на примере. Мы пригласили два пользователя. С первого пользователя комиссию получаете вы, так как это доходная позиция. Второй пользователь попал на вторую позицию, это сквозная. Он остается в вашей команде, но комиссия идет вашему вышестоящему куратору. Допустим, ваши ребята сделали то же самое, что и вы, они пригласили тоже по два пользователя. С пользователь А и пользователь С это первые позиции доходные. И это говорит о том, что $50 получает первый и второй пользователь. С пользователя Б и пользователя Д они поднимаются вам, так как вы являетесь вышестоящим куратором для этих пользователей и заполняют ваши позиции. В нашем примере вы сделали две рекомендации, а у вас заполнились уже 4 позиции. Таким образом, в данном примере вы заработали 2 раза по 50, это $100. Следующая позиция, пятая, она свободна. И есть два варианта заполнения. Либо вы регистрируете нового пользователя, и он попадает на эту позицию, либо приходит сквозная комиссия снизу и заполняет эту пятую позицию. Таким образом, с пятой позиции, с доходной, вы тоже получаете $50 ежемесячно. Мы с вами разобрали классическую и потоковую систему, а для тех, кто пришел сюда зарабатывать большие и быстрые деньги, есть еще бинарный маркетинг-план. Долго ждали этого дня, этой минуты, чтобы представить вам наше детище. Действительно, дело, которому мы готовы отдать всю свою жизнь. Мы создаем компанию для большого количества людей, чтобы каждый мог здесь для себя найти что-то свое. Компании с классическим маркетинг-планом сегодня делают десятки миллиардов долларов товарооборота. Setinbox другой бинар. Вы его все прекрасно знаете. Один слева, один справа, вся глубина. Никаких больше условий. Зарабатываем все деньги. Наверх идут восходящие потоки свободы вечно зеленых условных. Когда мы все это смогли объединить, получилась действительно термоядерная смесь. Нет никаких дополнительных лишних условий. Все ваше. Вы сможете в будущем зарабатывать деньги от вложенных усилий сегодня. При единоразовом приобретении CRM-системы за $300, которая позволяет пригласить одновременно до 10 сотрудников, либо CRM-система за $900, которая позволяет одновременно пригласить до 100 сотрудников, у вас есть возможность участвовать уже в бинарной системе, согласно которой у вас есть 3 вида вознаграждения. Вознаграждение за личную рекомендацию. Как только по вашей рекомендации кто-то приобретает для себя CRM-систему за $300 или за $900, вы получаете, соответственно, либо $30, либо $90.
То есть независимо от того, какой товарооборот вы сделали, по вашим рекомендациям вы всегда будете получать 10% с товарооборота. Следующим является командный бонус. Это, наверное, самое денежное вознаграждение в бинарном маркетинг-плане. В бинарной системе от слова B у вас есть две команды. Команда левая и команда правая. Только в левой и в правой команде появляется по одному пользователю, происходит финансовый цикл, и вы получаете либо $30 за маленькие пакеты, либо $90 за большие пакеты. Самое интересное начинается потом. Когда ваши пользователи делают тоже приглашение в левой и в правой команде, неважно, каким образом появился новый пользователь. Или вы его пригласили, или его пригласили ваши лично приглашенные. Сам факт того, что один абонент слева, один абонент справа, для вас это финансовый цикл. В бинарном маркетинг-плане нет ограничений по глубине. Независимо, на каком уровне появляется пользователь, еще раз, один абонент слева, один абонент справа, вы получаете вознаграждение. Здесь срабатывает геометрическая прогрессия. На первом поколении у вас 2 абонента, на втором 4, 8, 16, 32. Из каждого финансового цикла будете получать либо 30, либо $90. Лидерский бонус. В компании Setinbox вы будете всегда получать 10% с доходов ваших лично приглашенных. Допустим, вы пригласили 10 человек. Они зарабатывают какие-то деньги, и вы получаете 10% с их доходов. А эти ребята сделали то же самое, что и вы. Они пригласили тоже по 10 пользователей. Таким образом, на втором поколении у вас уже 100 абонентов, и вы имеете возможность получать 10% с их командных комиссий. И то же самое до третьего поколения. На третьем поколении в нашем примере уже 1000 абонентов, и вы имеете еще раз возможность получать по 10% с их командных комиссий. В нашем примере образовалась команда до третьего поколения 1110 пользователей. Складывается суммарный фонд доходов, и вы имеете возможность получать 10% с этого фонда. Для примера возьмем, что каждый зарабатывает в среднем $100. Кто-то 10, кто-то 100, кто-то 1000, но в среднем $100. И если мы возьмем от этого фонда 10%, то таким образом получится, что ежемесячно мы можем получать более $11 000 только потому, что мы когда-то явились источником информации для этих людей. Шестым видом вознаграждения является автомобильная программа. Давайте посмотрим. Вы можете для себя выбрать автомобиль. У нас есть выбор. Это либо Opel Astra, или Chevrolet Cruze. Автомобили должны быть черного цвета, и на них должна быть наклейка Setinbox. Уже на начальном уровне вы можете взять его в кредит, и компания будет оплачивать эти ежемесячные платежи. При достижении директорского статуса у вас увеличивается выбор. Вы можете выбрать себе BMW, Audi, Mercedes или Porsche. Тоже черного цвета с наклейкой Setinbox, и компания будет платить уже $1000. Но если вы для себя выбираете желтый Chevrolet Camaro и клеите на него наклейку Setinbox, компания будет платить уже $1500 ежемесячно за то, что вы ездите на этом автомобиле. Седьмым видом вознаграждения является жилищная программа. Мы понимаем, что на сегодняшний день среднестатистический человек не может позволить себе купить недвижимость. Потому что если посмотреть, сколько сегодня стоит средняя квартира со средним ремонтом и взять среднюю зарплату, то нужно откладывать около 100 лет для того, чтобы позволить себе
обычное жилье. Мы это прекрасно понимаем. Компания может решить эту проблему, выплачивая ежемесячно бонус в размере $2000 для того, чтобы вы покрывали свои ипотечные платежи. При достижении определенного статуса у вас добавляется жилищная программа. Мы с вами разобрали 7 видов вознаграждения. И еще раз, у нас есть 3 формы сотрудничества с компанией. Это клиенты, малый бизнес и крупный бизнес. На сегодняшний день в Setinbox самым выгодным предложением является пакет Full Set. Только на этом пакете у вас есть вся продуктовая линейка компании. Только на этом пакете у вас есть возможность получать максимальное вознаграждение. Только на этом пакете у вас есть возможность получать вознаграждение по 3 самым популярным маркетинг-планам в мире. И еще один очень интересный момент. На пакете Full Set компания дает вам дополнительно еще 2 бизнес-места. То есть это вопрос о том, что лучше иметь, 1 магазин или 3 магазина, 1 заправку или 3 заправки. И на сегодняшний день Full Set — это самый популярный пакет. У нас есть к вам 2 идеи. Во-первых, на этом слайде вы видите всем известные франшизы. Дадим определение. Франшиза — это пошаговый алгоритм, выполняя рекомендации которого вы можете зарабатывать деньги, и это гарантированно. Setinbox — это та же самая франшиза. У нас есть своя собственная система обучения, выполняя шаги которой вы можете гарантированно начать зарабатывать деньги. Эта франшиза на сегодняшний день стоит всего лишь $1000. И во-вторых, на сегодняшний день мы с вами стоим у истоков миллиардного бренда. Это не наше желание, это не гипотеза, а это утверждение, потому что сегодня компания действительно развивается очень активно, и сегодня большое количество людей проявляет интерес к этому проекту. И сегодня у каждого из нас есть возможность быть частью этого большого движения, этого будущего миллиардного бренда. Представьте, если бы несколько лет назад ваш друг подошел к вам и сказал: «Слушай, есть интересная идея в социальной сети». А вы говорите: «Я еще об этом ничего не знаю». Он говорит: «Это то, что будет развиваться в будущем». Есть компания, допустим, Facebook, и вы тоже еще эту компанию не знаете, но ваш друг говорит о том, что она будет развиваться и приглашает вас поучаствовать в становлении этого бренда. На самом деле у вас есть только 2 ответа. Вы можете сказать либо «да», либо «нет». Все, что произошло дальше, вы знаете. И сегодня, приняв решение, вы можете в будущем получать очень хорошие дивиденды от сотрудничества с этой компанией. Помимо всего, у компании Setinbox есть программа поддержки своих партнеров. Во-первых, это офисная программа. На сегодняшний день практически в каждом миллионнике есть свой офис. То есть это офисная площадка, где ежедневно проводится презентация, обучение. Вы можете привести клиента, и он получит информацию. Также у нас есть онлайн и офлайн обучение. Вы можете учиться у самых успешных наших партнеров. И мы постоянно проводим обучение и отдых за рубежом. И совсем скоро у нас будет первое выездное событие Setinbox за границей. Здесь важный момент. Если вы для себя уже приняли решение, что вам это интересно, здесь нужно реагировать как можно быстрее. Если вы регистрируетесь здесь и сейчас, то, возможно, те люди, которые придут после вас, они окажутся в вашей команде. А если вы решаете подождать и подумать, то, скорее всего, вы приходите в команду тех, кто среагировал раньше. Еще хочу сказать о том, что Setinbox сегодня — это не просто компания, это не просто возможность зарабатывать деньги, это не просто продукты. Setinbox — это сегодня целое движение амбициозных, энергичных людей, которые вместе двигаются к успеху. И мы это делаем легко, свободно и азартно. Произошло историческое событие. Грандиозное открытие. Компании Setinbox появился совершенно новый герой на этом рынке. Огромное количество профессионалов сетевого бизнеса уже увидели в этой компании тренд. Действительно, я нахожусь в правильной компании, с правильной командой. And for me this is something completely new. I have no experience in multi-level marketing, but anyone can do this. If I can do it, you can do it. Сегодня именно Setinbox — это лучшие условия для каждого из вас. У нас лучшие президенты, у нас лучшая компания, у нас лучший продукт. Перед нами действительно нет ничего невозможного. Компания мирового масштаба, и она порвет все границы.
вместе создаем самую лучшую компанию в мире. Та компания, в которой реально найдет себя каждый. Я безумно благодарен двум людям, которые действительно пишут историю российского MLM. Это наши президенты Вячеслав Ушенин и Александр Перевезенцев. И в заключение важный фактор – это ценность момента. Сегодня мы только начинаем, и у каждого из вас есть возможность в будущем быть частью миллиардного бренда. На этом все. Я надеюсь, это видео позволит вам быть эффективными в этом бизнесе. И до следующих встреч.